Автомобильный рынок Казахстана за прошедший год вырос на четверть. Расходы жителей страны на приобретение новых машин увеличились более чем на треть. Составили почти 500 миллиардов тенге. Как результат активности покупателей развивается и отечественный автопром. Рост производства в этой сфере составил примерно 80%. Всего в республике за прошлый год выпущено 32 тысячи автомобилей. Из них 18 тысяч приходится на долю усть-каменогорского конвейера. Каждые 3 из 5 казахстанских машин сделаны на востоке страны. Лидерство в отрасли местного завода удалось добиться благодаря обширным инвестициям. Предприятие за 16 лет работы вложило в производство, в инфраструктуру 489 миллионов долларов. 70 миллионов из них направлено на строительство нового завода полного цикла. Это один из главных проектов программы форсированного индустриально-инновационного развития. И кроме того, предприятие за эти годы выплатила в бюджет 90 миллиардов тенге в виде налогов. Рабочим ежегодно увеличивают зарплату. Результаты 2018 года позволили нам повысить численность штата Азиавто на 19%. При этом наши показатели также обеспечили нам возможность поднятия заработной платы. Мы подняли заработную плату нашим сотрудникам в среднем на 20-21%. На сегодняшний момент средняя заработная плата на Азиавто составляет 221 тысячу тенге.